Итак, друзья, всем привет, с вами Максим, компания Фундамент 31. И наконец-то мы решили выпустить долгожданное видео про отделку. Мы находимся в Стрелецком, приехал наш заказчик, с которым мы строим дом уже 4-й год. И мы приступили к отделке. Дом, который мы построили, вот видео находится вот здесь в подсказке. Посмотрите стоимость этого дома в ценах 2017 года. А сейчас по ценам 2018 года отделка. Итак, окна мы здесь уже вставили. Ну, хочу сказать, что окна на этом доме получились золотые по цене, потому что они установлены по ГОСТу. Это 3 стекла, 75-й профиль, КБЕ, окна с ламинацией махагон и золотой раскладкой. Самая лучшая фурнитура с микролифтами. Стоимость этих окон, ну, потом скажу, она золотая, не буду вас шокировать. А теперь перейдем к отделочным внутренним работам. При монтаже по ГОСТу нужно помнить, что наружная часть ваших окон должна быть оклеена в этих местах специальной лентой, которая называется ПСУ. При монтаже по ГОСТу нужно помнить, что внутренняя часть оконных проемов тоже обклеивается специальной изоляционной гер-лентой. Кабель курский, ГОСТовский. Толщина, смотрите, палец, блин. Как называется? ВВГ-НГ-ЛС. 3×2,5. О, коробки все проварены, да? Утоплены, проварены. Коробки все утоплены, проварены. Распределение по автоматам. Кондиционеры отдельно, духовой шкаф отдельно, посудомойка отдельно, стиралка отдельно, освещение отдельно, розеточная группа отдельно. Что там еще? Контур заземления, протокол испытания, проверка и установка потом в конце выключателя розеток. Все по ГОСТу. Все по ГОСТу. Все красиво. Все, понял. Итак, господа, теперь по ценам 2018 года на отделку. Этот дом у нас 207 квадратов без гаража, плюс гараж еще 30 квадратов, 237, по-моему, общей площадью. Отдельно по суммам не могу сказать, не могу запомнить столько сразу цифр, чтобы вас не обмануть. Смотрите, общая стоимость отделочных работ под чистовую в этом доме, включая установку вот этих золотых окон с раскладкой по ГОСТу, ГОСТовская лейферка, очень много точек, кондиционеры, все разведено, свет, освещение, внешнее, наружное, внутреннее, маяковая штукатурка стен, двухслойная шпаклевка стен, утепленная половая стяжка с разведением теплого пола, устройство отопления в этом доме, все вот это с батареями обходится чуть больше 1,5 миллиона рублей, точнее 1 516 000 рублей. Ну, повторюсь, что площадь дома 220, там 240 квадратных метров, по-моему. Итак, господа, жмем лайк, подписываемся на канал, и мы будем раздавать в дальнейшем проект этого дома для застройщиков бесплатно. Всем пока, с вами был Максим, компания Фундамент 31.